Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе получит 10 миллионов долларов в рамках соглашения, которое он подписал перед своим уходом в отставку. Согласно договору, ему также гарантирована пожизненная пенсия в размере 150 тысяч долларов. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники. По их данным, 5 миллионов наличными бывший глава государства получит сразу, остальная сумма будет выплачиваться в течение нескольких месяцев. Помимо сохранения имущества и обеспечения безопасности бывшего лидера и его семьи, государство обязуется выплачивать его медицинские услуги и отдых за рубежом. Напомню, ранее под угрозой импичмента Мугабе покинул пост президента Зимбабве, который занимал около 40 лет. Его место занял бывший вице-президент страны, 75-летний Эмерсон Мнангагва, который уже принял присягу. С его приходом жители надеются на экономические реформы.